Тихо. Она пнула мне мяч. Деточка. Тихо, не волнуйся так. Детская кроватка. Ну-ка посмотрим. Ага! Я нашел твои секретики. О, да. Оно? Да. Рука серии D. D002 там, по-моему, написано. О боже, наверное, это она. Ну, имеется в виду рука. Да, рука серии D. Так, подожди, давай здесь осмотрим. D002. А помните, была фотография бабушки, и там было написано E001. Кажется, это тоже элемент уравнения. Возможно. Да блин, что такое? Тихо, что за музыка? Ух ты, ё-моё. Так, ладно, мне кажется, здесь просто надо побыстрее отсюда свалить, и все. Не отвлекаться абсолютно на них никак. Вот сейчас здесь будет плесень. Палюбасу, да. Так и есть. Убегаем, просто убегаем. Самое главное то, что у нас теперь есть все абсолютно... Абсолютно все ингредиенты. И мы, насколько я помню, договорились, то, что встретимся. Как же я рад. Did you find it? Ну как, нашел? Yeah. Да, нашел. Мы правда сможем изготовить из этой штуки сыворотку? Не волнуйся. Как изготовим сыворотку, выберемся отсюда вместе. Буду ждать тебя в автоприцепе. Ладно. Я никогда не радовался так телефонному звонку в этой игре. Он прям, скажем так, разрядил обстановку. Так, ладно, бежим с вами. Понятное дело. Нет, отсюда надо, конечно же, выбраться. Бежим с вами. Хотел сказать, в автоприцеп. Так, хватит там трещать. Я вас всех нафиг покараю. Давай. Блин, я прям не хочу. Хочу быстрее бежать отсюда. Хочу быстрее убраться из этого проклятого места. У меня уже не хватает сил здесь тратить свои нервы. На каждый шорох, на каждый звук непонятный. О, yes. Я на месте, Зоя. Блин. Черт возьми, где же ты? Ладно, забудь. Остается найти голову, дело сделано. Это средство точно поможет Мии. Эй, дружище! Я подумал, надо тебе сообщить. Я решил, что Зое нужна передышка. Она и Мия здесь со мной. Они друг друга развлекают. Отпусти их, ну зачем они тебе нужны? Это дело семейное, Итан. И оно тебя не касается, ясно? В общем, если нужна голова, приходи ко мне в любое время. Я ее тебе отдам. Но только если примешь участие в небольшом мероприятии, которое я организовал специально для тебя. В каком мероприятии? Знаю, тебе не терпится, но ты не волнуйся, спешить некуда. Перво-наперво мне надо, друг мой, чтобы ты заглянул в холодильник в автоприцепе. Пошел ты! Ну не надо, не веди себя так. Ты ведь не прочь немного поразвлечься, да? В общем, загляни в холодильник. Такие дела.
Ну что, будем заглядывать. А если там какая-нибудь ловушка? Нет, это не ловушка. Это голова чья-то. И записка. Легавый ждет тебя в секционной в подвале, сука. Вот так, да? Но тут написано, на самом деле, The Peak. Так, кассет у нас нет. Будем что-нибудь выкладывать. Может быть, выложить руку? Давайте выложим руку. Пока она нам точно не пригодится. Наверное, все-таки какие-то патроны нам лучше выложить. Что-то прям слишком много места занимает у нас вот это все дело. А может быть и не стоит. Будем тогда пользоваться пистолетом, потому что он тоже неплох. Нам незачем, абсолютно незачем копить с вами, друзья. Так, забыл, где находится подвал у нас. А, вот здесь, все, вспомнил. Так, что у нас там по дробашу? Конечно, здесь понадобится нам... понадобятся дополнительные патроны. Будем надеяться, то, что сможем их найти в самое ближайшее время. Тихо, 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 тихо. Будем проходить сюда. А, подожди, подожди, подожди. Нет, не сюда, а вот здесь вниз по лестнице. Но мы с вами видели, где находится этот коп. Тут же новых не будет, да? Блин, у меня дробаша нет. Чё делать? Чё делать? Здесь невероятно темно. Давайте бояться вместе. Нам нужна секционная. Да, сюда. Ну, по-любому сейчас, да? Блин, ты меня напугала. Как же ты, мать твою, меня напугала. Ну чё, я ухожу отсюда, да? Чё-то можно с тобой сделать? Навряд ли. Не, убивать я ее, конечно, не собирался. Есть! Хотя бы два. Хотя бы две гильзы, да? Блин, его нет. Ну, я имею в виду тело. Улучшенные патроны. Так, ладно. Это хорошо. Это хорошо. А что дальше? Что дальше? Не, ну нам нужно будет подняться наверх. Это и так понятно. Но вы знаете, я на всякий случай хотел бы все здесь еще раз проверить. Ну, конечно, жуткое местечко. Ничего не скажешь. Вот здесь он, да? А, так вот он. Вот оно, тело. Похоже, наступило трупное окоченение. Его суставы уже застыли. Какой-то тошнотворный и сладковатый запах. Тело уже начало разлагаться. Записка. Докажи, что ты настоящий мужик. Сунь руку в глотку этой свиньи.
Sorry, buddy. Прости, дружище. Ключик со змеей. Вот это совсем другое дело. Друзья, это круто. Эта штучка поможет тебе найти две карточки ключа. Пропуск на вечеринку, где мы тебя ждем. Так, а ну-ка лежать, а ну-ка. Так, этот... Это ж улучшенные патроны. Недурно. Так. Блин, а. Фак. Теперь придется использовать обычные патроны. Есть, есть, есть. Ну, хотя бы так. Блин, срочно нужно искать патроны, потому что так будет тяжело протянуть без них. А, точно, вспомнил. Вот здесь, по-моему, да, как раз-таки была дверь с изменением. Давай, давай, открывай. Есть, патроны! Ура. Две всего лишь. Гильзы, это, конечно, мало. Эпоксид. Так, ну чё, в принципе-то понятно, вот здесь нам нужно выходить. Чё, офигел? Твою мать, чё за крендель такой жуткий? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, давай сюда. Мы в домике. Смотрим сразу. Чё будем здесь комбинировать? Комбинировать, конечно, стоило бы нам средства. А, две аптечки есть. Давайте вот так. Поэтому тогда эпоксид мы с вами оставляем. Здесь комбинация, комбинация, комбинация. Может быть, всё-таки зажигательные заряды убрать? Потому что очень много занимает место вот этот агрегат. Всего лишь два выстрела. Давайте вот так сделаем. Сильный эпоксид. Соответственно, убираем. А просто эпоксид добавляем сюда. Так, подождите. Просто эпоксид. Где-то был, нет? Значит, нет. Значит, нет. Просто оставляем его. Так, мало ли с чем там придется нам комбинировать. А, по-моему, тут все. А, вот еще патроны появились. Еще пистолетные патроны. Сколько там у нас выстрелов? 31 выстрел. Ну, кстати, пистолет неплох. То есть получается 6, наверное, прицельных попаданий в голову. И вот это чучело погибает. Погнали. А, вот здесь один. Да, один ты? Ну, я надеюсь, один. Вот еще там идет. Вот тут у нас как раз подойдет ключ со змеей. Давай, 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 давай! Не смей сюда заходить. Все, растаяли. Это отлично. Но, ух ты, снова эта картина. Мне кажется, это какой-то знак. Бабушка, здравствуй. Ну, скажи, пожалуйста, вымолви хоть слово. Офигенно, спасибо. Спасибо, что ты привлекла меня своим вниманием. Так, посмотрим, что в этом ящичке. Отмычка, неплохо. Отмычку взяли. Травы. Это кто у нас? Наш товарищ, да? Апрель 1980 года. Джек поступил в морскую пехоту. Джек. Ну, вроде добрый мужик. Оу, ес, две гильзы.
Записочка. То же время, что и на остальных часах. Это был стук, как думаете? Нет? Ладно, нам придется с вами пойти посмотреть на часы. Зайдем сюда, посмотрим. Тут часов нет, зато есть рюкзак. Оу, ес, теперь можно нести гораздо больше предметов. Фотография. Ценная фотография опять. Там что-то с головой связанное. Не здесь, нет? Нет, не здесь. Похоже на чертеж какого-то оружия. Подождите, это пулемет, что ли? Или это наш... А, вот, смотрите, значит, здесь талкан. А, так я нашел, да. Мы как раз здесь с вами были. В том месте. Пусто. Что бы еще взять? Часов-то нет, да? Часов нет. Придется выходить, смотреть. Сколько там? Давай быстро посмотрим. 15 минут 11. Это, между прочим, хорошо. Да блин. Так, нет. Да, все правильно. То же время, что и на остальных часах. 15 минут. Пожалуйста. Ну, полезли тогда. Да. Будем спускаться в это какое-то непонятное место. Блин, а выбраться-то мы не сможем. То есть пути назад нет. Это печально. И у нас там на втором этаже есть еще одна дверь со змеей. Так, паутина. Опять вот этот знак. Да. О боже, о боже. Есть. Карточка-ключ красная. Одну карточку-ключ нашли. Здесь совсем все пусто. А здесь? Есть. Это у нас улучшенный пистолетный патрон. Давайте сразу поставим их на пистолет. Вот, сейчас это у нас улучшенные патроны. Они гораздо бодрее расправляются с врагами. Не-не-не, я здесь пойду с этим, с дробашом. А, вышли через мастерскую! Все, я понял. То есть нам теперь, получается, нужно опять пробежать. И мы с вами где окажемся? Да, в нужном месте. Погнали. Побежали, быстрей. Офигеть! Вот это да. Вот это да, друзья. Вот теперь посмотрите вот сюда. А где вот эти твари? А, ну как где? Конечно, здесь. Все на месте, все на месте. Двое. Идите-ка в эту сторону, мы побежим в другую. Так, ключик надо поставить. Да, ключик у нас стоит, между прочим. Интересно, как далеко они пойдут за мной? Давай, 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 давай! Есть. Ух. Ну что, это похоже, на самом деле, на зону безопасности. Сюда навряд ли они сунутся, потому что здесь нет плесени. Зато есть еще трава. Здесь у нас набор ложек, вилок. Сломано. Пианино сломано. А теперь нужно внимательно все осматривать. Так, какое-то апреля. Мамочка повела меня в городскую больницу. Там мою голову сфотографировали странным аппаратом. Потом мамочка купила мне в магазине игрушек пазл из 259 кусочков. Этот дурак Оливер вечно меня дразнит. Ты чокнутый, говорит он мне.
Я обманул Оливера, пригласил его на свой день рождения, а потом запер на чердаке с помощью пульта управления. Он все плачет, выпусти меня, Лукас. Я заменил пульт управления, чтобы эта дура Зоя не смогла попасть на чердак. Я объединил пульт с одним из призов конкурса изобретателей. Теперь его не найти. Ну, теперь ей его не найти. Ах ты, Лукас, значит, кого-то там запер на чердаке. Вон туда нам с вами нужно будет подниматься. Что здесь? Посмотрим. Поощрительная премия. Чемпионат робототехников-любителей. 1998 год. А здесь второе место. Третий конкурс юных инженеров. Пожалуй, никаких зацепок нет. Третье место. Второй конкурс юных инженеров. То есть, получается, Лукас у нас очень любит всякие изобретения. Мне кажется, его следует опасаться. Так, здесь что? Ну, это просто мячик. Просто мячик. И нифига интересного. Опять крокодил. Здесь у нас пищевые добавки. Для чего они влияют на нервную систему? Нельзя использовать сами по себе. Сначала надо сделать из таблеток препарат. Мне кажется, вот можно скомбинировать и получим с вами психостимуляторы. Да, получается именно так, друзья. Ну-ка здесь. Опа! Кнопочка. Шикарно. Вот и добрались до лестницы. Оливер прекратил вопить, но иногда сверху доносится стук. Какая же воня, еще с потолка капает странная жидкость. Кстати, у меня выдалось свободное время, и я снова заменил приз-пульт управления. Теперь он будет сиять даже ночью. Блин, бешеный, чокнутый этот Лукас. Посмотрим тогда, что на чердаке. Тихо там. А то кто-то там двери закрывает. С днем рождения! Пипец. Пипец, друзья. Куда вставить? Давайте посмотрим. Так, можно, по правде говоря, спуститься вниз? А нужно ли нам спускаться вниз? Или просто пойдем вперед? Сильный эпоксид. Да у нас куча места, конечно, стоит взять. Так, а тут все у нас. Я-то, конечно, смогу пройти. Домик не открыть. Ну ладно, будем тогда пробираться. Нам нужно взять еще одну ключ-карточку. И, в принципе, мы будем с вами готовы пройти туда, куда нам... О, нашел. Есть! Вот он, приз. Синяя карточка-ключ. А здесь картина под названием «Судилище». На ней изображена женщина, стоящая на коленях перед толпой. Давайте спустимся, там можно внизу проиграть, на самом деле, запись. Вот сейчас как раз этим и займемся. Так, что-то мне показалось, где-то все-таки можно было проиграть. Ну, если нет, так нет. Будем выходить. Просто тут локации сменяются так быстро, а мне еще приходится параллельно с этим, ну, считайте, комментировать, и поэтому возникает вот такое дело. Уже путаюсь просто в этих местах. Ну, самое главное, у нас теперь есть карточки. Здесь опять телефон. Давайте побеседуем с ним. Ну что ж, поговорим по душам. Эй, друг, не забудь эти две карточки. Пропуск на вечеринку. Смотри, не опаздывай. Дай мне поговорить с ней. Нет, 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 ты сначала приди. Надеюсь, ты не забыл, где состоится вечеринка. Можешь войти со двора. Давай быстрее. Вот только тебя и ждут. Придурок. Нет, мы с вами сначала посмотрим видеозапись, а потом уже пойдем... Ой-ой-ой. Ой, быстрее, 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 быстрее. Ха. Так, давайте быстрее вставлять. Погнали. Видеокассета.